Ганна, журналістка з Маріуполю. Ганна, скажіть, калі ласка, ці добрая раніца і що увогуле відбувалося за гэтую ноч, якою яна була в параўнанні з ночами попередніми? Обстрелы, добрый ранок, обстрелы Мариуполя не прекращались этой ночью. К сожалению, пока что на этот час мне еще не удалось получить информацию, какие именно районы обстреливались наибольше и какие именно здания пострадали. Я буду знать об этом немножечко позже, но обстрелы не прекращались. Анна, мы знаем, что в Мариуполе сейчас разрушены последние вышки, что была атака на вышки Киевстара, одни из последних, которые работали еще в Мариуполе. И есть ли сейчас вообще хоть какая-то связь с городом, с жителями, которые там находятся? Ну, после обстрела вчера еще была связь поздно вечером, несмотря на обстрел, контакт был. Как будет сегодня утром, посмотрим, я пока что не знаю. Но вчера после обстрела еще связь была. Есть ли у вас какая-то информация о том, удается ли сейчас каким-то жителям разово покидать Мариуполь? Может быть, они выезжают на свой страх и риск, потому что мы знали, что в предыдущие дни такие случаи были, когда люди просто рисковали всем и выезжали между российскими танками, кое-как выбирались из Мариуполя. Сейчас такая ситуация возможна или нет? Нет, сейчас невозможно, потому что вот 5, 6 и частично 7 марта еще когда шли переговоры про гуманитарный коридор, люди на частном транспорте действительно на свой страх и риск вырывались. Это было очень опасное путешествие под обстрелами, но тем не менее они прорвались в Запорожье. Сейчас их даже не выпускают из города ни украинские блокпосты, ни тем более российские, из-за того, что на этой дороге постоянные обстрелы, постоянные бои. Скажите, пожалуйста, дороги, по которой можно было бы вырваться в Запорожье. До вчерашнего дня они просто уничтожали город артиллерией, ковровыми бомбардировками, просто равняют город Мариуполь с землей. Вчера поздно вечером пришла информация о том, что на окраинах Мариуполя уже идут уличные бои. Они пытаются зайти в город, их выбивают, они снова пытаются, их снова выбивают. Как долго продлится эта ситуация и насколько хватит сил украинских защитников, сложно сказать. Но город пока что сопротивляется, борется. Анна, есть ли информация о том, насколько хватит вообще ресурсов, еды, которая была запасена, и воды, которая в городе? То есть я так понимаю, что водоснабжения нет вообще, и осталась только та вода, которая либо жители топят снег, либо что-то, какие-то запасы, которые еще сохранялись на там, водонакачивающих станциях. Сколько еще город может продержаться вот в таком режиме? Сложно сказать, потому что люди находят альтернативные источники воды. Это не питьевая вода, чтобы вы понимали, не питьевая. Но в такой ситуации, в которой оказались люди, любая вода – это вода, ее кипятят на огне и каким-то образом пьют вода из реки, вода из колодцев. Есть несколько колодцев осталось на территории города и несколько родников есть. Вот насколько хватит сил, неизвестно. Мне кажется, намного больше острота проблемы, чем вода сейчас, еда и медикаменты, потому что больницы переполнены. Вот после того, как люди разбомбили больницу, нагрузка на оставшиеся больницы еще более возросла, потому что людей пришлось эвакуировать и расселять по тем больницам, которые еще работают. Лечить людей нечем, медикаментов нет, они на исходе. Продукты на исходе. Я не знаю, сколько город продержится и чем закончится вся эта история, но умирают каждый день. Десятки людей в Мариуполе каждый день погибают. Анна, есть ли информация о тех женщинах, которые пострадали в результате авианалета на больницу и на детское отделение, в котором были роженицы, которым скоро предстояли роды? Есть ли информация, что с ними сейчас происходит, живы ли они и в порядке ли их дети? Они живы, они находятся в других больницах, но насколько они в порядке, очень сложно сказать. Я думаю, что сегодня в Мариуполе никто не в порядке. Сегодня в Мариуполе у людей истерика. И когда мне удается говорить с ними, это именно истерика. Люди на грани срыва. Люди срываются. Они просто не могут выдерживать такие постоянные артиллерийские удары и авиабомбардировки.